Дорогие товарищи, граждане Советского Союза, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, советская интеллигенция, сегодня, 7 ноября 1930 года, наступила знаменательная дата. Сегодня родился коллектив с большой буквы. Сегодня в поселке Шушинское родился музей-заповедник «Сибирская ссылка вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина». Ура, товарищи! Ура! Вы только представьте, товарищи, что в далеком будущем, в 2020 году, музею исполнится 90 лет! Ура, товарищи! Ура! И возникает вопрос, товарищи, смогут ли наши с вами потомки по достоинству оценить эту знаменательную дату? Товарищи, давайте отправимся в будущее и посмотрим, готовы ли наши потомки с достоинством отметить это событие. Ура, товарищи! Ура! Если вы еще не поздравили музей с 90-летием, тогда мы идем к вам! Вперед, товарищи! Вперед, товарищи! За мной! За мной! Поспешай! Поторопись! Будущее нас ждет, товарищи! Потомки ждут нас, товарищи! Уважаемые сотрудники историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское», примите поздравления с 90-летним юбилеем со дня основания музея от работников районного центра культуры. На протяжении долгих лет мы тесно и плодотворно сотрудничаем. И сегодня искренне желаем дальнейшего процветания музею, а вам, уважаемые коллеги, здоровья и благополучия. Музею заповедника Шушенское. Ура! 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 А мы движемся дальше, товарищи! Вперед за мной! Поспешай! Быстрее, товарищи, быстрее! Дорогие коллеги, примите самые теплые и искренние поздравления. 90 лет – более чем значимая дата. Позади такие этапы – период становления, развития историко-этнографического музея-заповедника Шушенское. Создавались определенные традиции и правила, формировалось лицо и имидж музея. Самое главное в учреждении – это, конечно же, коллектив. Это люди, которые преданы своему делу. Музею-заповеднику! Ура! 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 Товарищи, а как там поживает библиотека имени Надежды Константиновны Крупской? Вперед, товарищи!
поздравления с вашим замечательным юбилеем от большого библиотечного коллектива. Наш любимый музей – это яркое созвездие на небосклоне Шушинского района. Светлое и доброе место, куда всегда хочется приходить. Желаем вам продолжать сиять, творить, идти всегда вперед к новому и прекрасному завтра. Ура! 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 А мы движемся дальше, товарищи! Вперед! Поздравьте быстрее музей-заповедник! А? С юбилеем кричите! Юбилеем! Ура! А вы знаете, что музей-заповеднику 90 лет исполняет? Поздравляйте, поздравляйте! Кричите! С праздником! Ура! Ура! Исполняется 90 лет! Спасибо! Да! Поздравляйте с праздником! Ура, товарищи! Ура! Вы знаете, что музею-заповеднику исполняется 90 лет? Не знали? Поздравляйте быстрее! Кричите музей с днем рождения, давай! Музей с днем рождения! Ура, товарищи! Ура! Вперед! Вперед, товарищи! Давайте вперед! Быстрее, быстрее, быстрее! Бегом, бегом, бегом! Бегом! Время не ждет! Уважаемые коллеги, мы искренне поздравляем наш музей с замечательным юбилеем. Наша художественная школа имеет давние творческие контакты, дружеские контакты с историческим музеем. Мы посещаем все выставки, любим ходить в музей на пленэры. Дети рисуют зарисовки, потом делают живописные композиции. Для нас музей – это центр сохранения истории, истории культуры Шушинского. Мы вас всех любим. Искренне поздравляем с этим юбилеем. Желаем вам творческих успехов. Желаем, чтобы у вас было много друзей и надежных партнеров. Удачи во всех делах. Киричевская детская школа искусств поздравляет с юбилеем музей-заповедник Шушинская. Мы вам желаем весны в душе и лета в сердце. Погоды ясной за окном. Всепоглощающего счастья, дней светлых, теплых, с ветерком. Уважаемый Андрей Петрович, дорогие коллеги, Шушинская детская школа искусств поздравляет вас с юбилеем. Вы достойно храните историческую память. И Шушинская, благодаря вам, стала известна во всем мире. Вы устраиваете интересные выставки, проекты, мероприятия. Мы счастливы сотрудничать с вами. Мы желаем вам значимых проектов, достойного финансирования и заинтересованных посетителей. Музею-заповеднику ура! 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 А мы двигаемся дальше, товарищи! Вперед! Эх ты, товарищ! За то, что фонарь! Коллективно, товарищ! Имущество! Это недостойно! Это недостойно, товарищ!
Андрей Петрович, уважаемые коллеги, разрешите мне от культурного сообщества нашего района поздравить вас со знаковым событием. Музей в течение многих лет является главным культурным символом, хранителем истории, как залога будущего процветания Шушенского района. Ваш вклад в развитие музея неоценим. В трудные годы под руководством Галины Алексеевны вам удалось не только сохранить музей, но и, основываясь на старых традициях, концептуально изменить направление деятельности, которое временем подтвердили свою нужность и актуальность и является эталоном в отрасли культуры. Я желаю музею дальнейшего процветания и развития, реализации новых интересных идей и проектов. Ну а вам, уважаемые коллеги, конечно же, здоровья, успехов и мира! С юбилеем! Ура! 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 Ура!